Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вот рассмотрим такие вот товары с Китая. Это уже не будет распаковка, а просто рассмотрим, что и как, какого качества приходило. Вот первый товар — это беруши. Пришло вот здесь довольно их много. Такие вот мягкие. Неплохого качества, свои функции, со своими функциями справляются. Ссылочку оставлю в описании на них. Так, следующий товар — это был такая вот маска. Здесь вот есть липучка. Такой мягкий, приятный материал. Это на резинке. Ну, с этим понятно. Так, отложим. Отложим. Так, следующий товар — это вот такие вот наборы. Формочки для маршмеллоу, для изготовления разных фигур. Вот для примера. Довольно хорошего качества. Стоит недорого. Вот такие вот еще есть формы. Вот. Такая вот форма. Ну, это такой же принцип выдавливания. Так, понятно. Ну, это такие вот маленькие сердечко. Так, цветочки такие вот. Ну, здесь разные. Такие. Ну и такой вот инструмент. Здесь вот с двух сторон есть. Все ссылочки на эти товары будут в описании. Конечно же, не забываем про скидочку. Ну и вот последний товар — это вот такая вот лампа. Ультрафиолетовая лампа для сушки ногтей. Здесь включатель, провод. Провод где-то метр длины. Используется уже около 2 лет. Без нареканий. Вот эту лампу можно заменить. Продается отдельно на AliExpress. То есть, но еще за 2 года работает, не сгорел. Все отлично. С функциями своими справляется. Отлично. Вот такие вот сегодня на сегодня были товары. Полезные. Полезные товары. Все ссылочки на эти товары я оставлю в описании. Переходите, смотрите. Кому нужно будет, приобретайте. Также, кого интересует скидка, дополнительная скидка 7% или больше от стоимости каждого товара, будет видео отдельно. Также на это видео оставлю ссылочку под
под описанием. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, если еще не подписаны. Ну и всем спасибо за просмотр и до следующего видео. Всем пока!